Сбежавшая из России после начала СВО певица Земфира сообщила, что стала жертвой мошенников, которые продавали билеты на ее несуществующий концерт в Дубае. Об этом артистка рассказала в личном телеграм-канале. Однако данная ситуация вызвала лишь смех среди россиян, которые с иронией отреагировали на произошедшее. Исполнительница опубликовала запись с изображением афиши, на которой говорилось о скором выступлении в Дубае. Концерт должен был якобы состояться 12 июня в одном из городов ОАЭ. Однако Земфира заявила, что все это является ложью и мошеннической схемой. На самом деле она не собиралась ехать в жаркую страну, а уже тем более выступать там. Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт «фейк», написала певица. В объявлении указывалось, что купить билеты можно на территории ОАЭ. Несмотря на весь абсурд произошедшего, россияне с иронией отреагировали на новость, заявив об уверенности в том, что желающих купить билет на концерт сбежавшей звезды нашлось не так и много. Кто-то из комментаторов предположил, что это вовсе мог быть пиар-ход певицы, чтобы привлечь внимание соотечественников, начавших забывать о ней. Но нашлись и те, кто предложил больше никогда не вспоминать об исполнительнице, а больше обращать внимание на новых звезд отечественной эстрады. А кто-то вообще собирался идти на этот концерт. А кто в здравом уме поедет на концерт иноагента, да еще и не в ближнее зарубежье? Слишком большого мнения о своей персоне это Земфира, с иронией написали пользователи сети. В середине мая текущего года артистка подала иск в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. По данным СМИ, ее заявление рассмотрят 14 июня.